супермаркетах Закарпатской области началась продуктовая паника. С полок исчезли гречка, пшено, популярные у украинцев крупы. В некоторых магазинах пропала и мука. Местные жители связывают это с тем, что в регионе количество временно перемещенных лиц достигло максимума. По отдельным подсчетам, это 300 тысяч жителей из разных областей Украины. Однако продавцы крупного супермаркета пояснили, что отсутствие круп связано с тем, что нет поставок. Пустые полки в местных супермаркетах очень пугают местное население. Однако в каждом доме практически запас продуктов уже есть. Исчезли крупы, исчезли консервы, пропали некоторые виды специй. Вот на местных рынках можно купить все. В основном это овощи, есть все виды колбас, мясная продукция. Конечно, она стоит дороже, чем в магазинах, и продается только за наличные деньги. И поскольку продуктовые магазины опустели, многие жители Закарпатского региона задумались о переходе на натуральное хозяйство. В поисках продуктов пропитания они приходят на местный, так называемый, живой рынок. Здесь продают свиней, курей, кроликов. Цены на продажу животных для выращивания существенно поднялись. Так, поросенок стоит от 2200 гривен, кролик от 350, ну а маленький цыпленок, которому еще предстоит полгода кормиться, чтобы стать большой курицей, стоит 40 гривен. Для нас, как для приезжих, этот рынок настоящий зоопарк. Но всю эту живность продают не для красоты, а для того, чтобы ее могли размножать, выращивать и в дальнейшем использовать как продукт питания. Вопрос продовольственной безопасности в Украине находится под контролем администрации президента. По заявлению администрации президента, запасов кукурузы, подсолнечного масла, пшеницы хватит на 3-5 лет, поскольку до этого Украина около 70% выращенного на своих полях экспортировала в разные страны.